My Protein. Оригинальный спортбит My Protein теперь с доставкой прямиком из Англии. Ссылки на их официальные сайты в описании под этим видео. Постоянные скидки и акции, и поверх них промокод от Спортфазы. 25% на первый заказ и 20% на любые последующие. Душа культуристки в 90-60-90 не поместится. Тем более, если это Кики Уайс. Вопреки классической формуле пропорций, у нее свои стандарты – быть мощной и сочной. Трансформация австралийской фитнес-модели из Мельбурна началась в 2011 году, в связи с тем, что недостаточный вес и невзрачная внешность постоянно вызывали у нее ужасное настроение. При росте в 178 сантиметров с тощей фигурой Кики ожидал длительный путь перевоплощения, так как известно, что чем выше рост, тем труднее налепить на него необходимое количество массы. После 5 лет напряженной работы и дисциплины Кики удалось достичь своей цели. Она стала привлекать большое внимание поклонников в интернете после публикации ее фотографий о прогрессе. Позже она решила соревноваться на любительских шоу в Мельбурне, где получила заслуженное признание, зарекомендовав себя одной из ведущих австралийских фитнесисток. Со временем она перешла в бодибилдинг, где как раз и требуется ее любимая тяжелая артиллерия. Сейчас Кики весит больше 80 кг. Среди ее лучших силовых достижений можно отметить приседания со штангой 95, становую 110 и жим лежа весом 75 кг. Правда, делает она это на большое количество повторений, так как не гонится за весами и всегда работает в пампе. Так что касаемо силы, ее рабочие веса – это, конечно же, далеко не предел. Единственный способ быть по-настоящему удовлетворенной тем, что вы делаете, это верить в себя и быть уверенным в своем направлении, даже когда возникают сомнения. Нужно уметь найти в себе уверенность того, что вы идете по правильному пути, потому что этому принадлежит ваше сердце. Так эмоционально характеризует свою тренировочную философию Кики. Учитывая ее мощные габариты и безлимитный запас сил, с ней действительно не поспоришь. В общей сложности я тренируюсь 7 лет. За эти годы я все больше и больше вдохновляюсь индустрией бодибилдинга. Мне понравилось вращаться в кругу сильных женщин, которые смогли достичь идеального баланса между мускулатурой и женственностью. Наибольшую мотивацию в процессе работы над собой на меня оказали такие личности, как Шарон Мервелл, Бетти Пассио, Оксана Гришина и Джулиана Малакарн. Мне нравится тренироваться как в стиле хардкор, так и по современным, выверенным методикам на основании научных данных. Это то, что позволило мне построить свое тело. Я научилась прислушиваться к своему телу, читаю много литературы и каждый день пытаюсь преодолеть свои ограничения во внешности. Я придерживаюсь диеты, стараясь принимать только натуральную пищу, так как не только спортсмен, да и обычный человек нуждается в употреблении правильных макро- и микронутриентов. Кики могла бы достичь ощутимых результатов и раньше, но собираясь выступать на своих первых соревнованиях несколько лет назад, у нее обнаружили рак. Это была очень тяжелая для меня борьба и самое разрушительное время в моей жизни. После выздоровления я направила каждую унцию своей энергии в самосовершенствование, благодаря чему и стала лучшей версией себя. Сейчас Кики является официальным представителем сбора средств Национального фонда рака молочной железы. Также она участвует в качестве спикера для мотивационных кампаний в школах по борьбе с избыточным весом и в оздоровительных клубах для похудения. В данный момент я сосредоточена на построении профессиональной карьеры. В мае 2017 года я выступила на WBFF Gold Coast Show и привезла домой 3-е место. Это был фантастический для меня день, который только усилил мою страсть к этому спорту. Каждый день для меня это еще одна возможность прогрессировать. Мне нравится мотивировать других людей, изменяя их к лучшему и тем самым брать на себя ответственность за их достигнутые цели. Я всегда стремилась быть положительным примером. Это признак, который, как я считаю, важен в любых сферах деятельности. С ее мотивационными способностями Кики могла бы книги, наверное, писать. Учитывая, через что ей пришлось пройти и не сломаться, она действительно заслуживает внимания. Ссылка на ее инстаграм в описании под этим видео.
Это был канал Спортфазы Перезагрузка. Обязательно подписывайтесь на нас, а если вы уже подписаны, нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем счастливо, пока!